Когда мы читаем Библию, знаете, Библия — это не просто книга. Это книга, которая очень подробно нам расписывает мир сердца человека. И эта книга отличается от других книг. Особенно, если вы посмотрите корейскую Библию, то в ней очень подробно рассказывается о сердце человека. И Господь Бог показывает нам, что Он смотрит за нашим сердцем. Сегодня хочу я вам рассказать. Авраам, если вы посмотрите 12 главу книги «Бытие», он получил избрание от Господа Бога. Господь Бог сказал: «Авраам, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я окажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Господь Бог сделал, что на земле живут многие люди. Однако, среди них Бог выбирал человека, который исполнит волю Господа Бога, и это был Авраам. И Авраам, через него родится Иисус Христос, который спасет все человечество. И Господь Бог поставил такой большой план. Однако Авраам, он был не один, у него был племянник по имени Лот. И Авраам и сердце Лотова, именно их отношения, Библия очень ясно и прекрасно описывает нам. Очень ясно показывает нам. Авраам, он был избран Господом Богом и затем пошел в Ханаанскую землю. Лот вместе с Авраамом пошел в Ханаанскую землю. Однако, проблема в том, что Авраам и Лот, племянник Авраамова, их сердца отличались друг от друга. Почему? Авраам, он был рядом с Господом Богом, и он прислушивался слову Господа Бога. Лот пошел за дядей и вроде бы пришел в Ханаанскую землю. Однако проблема в том, что у Лота не было веры. Поэтому ему было не так все понятно, что делал Авраам. При жизни пророка Елисея был один сын ученический. Он пришел вместе с супругой, с ребенком. И этот мужчина, у него была вера в Господа Бога. У него были хорошие отношения с Господом Богом. А его супруга же, у нее не было веры в Господа Бога, и поэтому она не понимала, что она делает здесь. Ее мысли никак не соответствовали с тем, что говорил пророк. В конце концов, ее муж умер. Она всем сердцем хотела служить Господу Богу. Однако, в состоянии, когда нет веры, она не может служить Господу Богу. И когда был муж, еще можно было как-то находиться вместе, а теперь даже мужа нет. И теперь она не видит смысла в том, что нужно верить Господа Бога, и она уходит от Господа Бога. Она говорит: «Ой, пожалуйста, простите, я тоже хотела служить Господу Богу, как муж, однако у меня нет веры, поэтому у меня не получается, поэтому, пожалуйста, простите». Есть сердце, человек, который имеет веру. Есть человек, у которого нет веры. Их сердца отличаются. Да, можно ходить на собрание, можно молиться, можно даже пожертвовать. Однако, человек, у которого нет веры, он не может иметь то сердце, которое имеет человек, у которого есть вера. «Ой, какой я умный, неумный». Не это важно. Это не совсем не связано с верою. Знаете, тот человек, который имеет здоровую веру: «Ой, я не прав, поэтому я должен оставить мои мысли. Я должен принять сердце Господа Бога, принять сердце Иисуса Христа». Знаете, когда мы читаем к посланию к евреям, пожалуйста, откройте послание к евреям. Шестнадцатый стих.
Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердцах их и мыслях их, напишу их. Смотрите, Господь Бог, Он сделал, чтобы, когда мы верим в Господа Бога, чтобы мы верили в Господа Бога не нашими мыслями. Господь Бог наш, Он сказал, что «Мои законы вложу в мыслях их и в сердцах их напишу». Другими словами, тот человек, который верит в Господа Бога, он, неважно, добрый, хорошо служит Господу, плохо служит, не это важно. Когда мы чем-то занимаемся, не своим сердцем, а сердцем Господа Бога, законом Господа Бога, мы должны жить. Поэтому, когда мы не имеем в сердце Господа Бога, тогда поверхностно мы можем притворяться, что верим в Господа Бога. Однако, мы не сможем достичь того мира, в котором находятся люди, у которых есть вера. До сих пор люди продолжают жить своими мыслями. Знаете, я получил благословение от Господа Бога, потому что я в 62-м году, я получил прощение грехов. До того момента, все, чем бы я ни занимался, все закончилось провалом. Тогда я помню, что у меня не было пути, и поэтому я решил пойти в инженеры-прапорщики. Однако из-за того, что мой передний зуб был сломан, меня не взяли. И в тот момент я был в отчаянии, потому что это была моя последняя надежда. Что бы я ни делал, у меня ничего просто не получалось. И тогда я пришел к такому выводу, что если я буду следовать за своими мыслями, я потерплю крах. Знаете, будучи служителем, есть служители, которые очень дорогие, ценные, всем сердцем служат Господу Богу, даже мудрые, добрые в какой-то степени, широкое сердце у них. Однако проблема в том, неважно, какой ты добрый, потому что доброта не помогает духовной жизни, усилия не помогают духовной жизни. Именно сердце Господа Бога должно войти в нас. И Господь Бог сказал, «Мои мысли — не ваши мысли, мои пути — не ваши пути». Другими словами, какими мы не были бы добрыми, какими мы не были бы честными, наши мысли — это мои мысли. Понимаете? Например, супруги общаются друг с другом и говорят, что «Вот, я умру без тебя, я тебя так люблю». И когда встречаются, женятся, знаете, они так любят друг друга. Но интересно, когда они живут вместе, проходит время, вроде бы любили, заботились друг о друге, но можно увидеть, что их сердца отличаются друг от друга. Говорят, «О, ты мое солнце, ты все мое, и кроме тебя у меня ничего нет». Однако, когда муж с женой живут, порой происходят такие ситуации, когда их сердца расходятся, тогда возникает проблема. Смотрите, наш человек, мы, живя в этом мире, которым влияет дьявол, дьявол вкладывает разные мысли. Поэтому, каким бы я ни был бы честным, как бы я ни хотел бы верить в Господа Бога, как бы я ни старался, этим не получится верить хорошо в Господа Бога. Именно поэтому, как написано в 10 главе Евреям 16 стихе, Господь говорит, «Вложу законы мои в сердца их и мыслях их напишу». Поэтому в нашем сердце не наш закон, а закон Господа Бога мы должны принять в наше сердце и
Его закон написать в наших мыслях. Тогда этот человек будет совсем другим. Независимо, какой жизнью я жил до сих пор, я буду теперь жить по Слову Господа Богу. Буду жить по руководству Господа Бога. Вот о чем здесь говорится. Внешне, какие-то религиозные деятельность, пожертвовали, проповедовали, делали добрые дела. Да, любой человек может этим заниматься. Однако, вложу законы моих в сердцах, их мыслях их напишу. Не мое сердце, а сердце Господа Бога, когда мы принимаем. Вот что самое важное в духовной жизни. Смотрите, например, когда я читаю Библию, мне кажется, что «О, Слово Господа вошло в мое сердце». Тогда есть какая-то сила, которая до сих пор вела меня. Знаете, в Китае, глубоко в горах, были люди, которые добывали уголь. То есть они срубали деревья, потом делали уголь и продавали. Всю жизнь они прожили в горах. И однажды один человек пришел в эту гору и заблудился. Из-за того, что снег выпал, он не мог вернуться, поэтому остановился у этих супругов 3 дня. Пока были 3 дня, он был верующим в Иисуса. И он рассказал Евангелие этим людям, которые делали уголь. Супруги же впервые услышали об Иисусе Христе и получили прощение грехов. Они приняли сердце Господа Бога. Потом этот гость ушел, а они же продолжали верить в Иисуса Христа. Каждое утро, когда они завтракали, они молились перед Господом Богом. Однако однажды, зимой ведь холодно, и поэтому они достали очень крепкий алкоголь, который пьет, да, в Китае, и сказали: «Ой, дорогая, сегодня же холодно, давай, чтобы немножко согреться, выпьем». И они поставили на стол бокалы с алкоголем и начали молиться. Сказали «Аминь», помолившись. И когда хотели приступить к завтраку, вдруг муж говорит: «Дорогая, вот мы сегодня молились, но почему-то на сердце у меня неспокойно. Голова, которая в моем сердце, чувствует нехорошо». Тогда супруга сказала: «Дорогой, у меня то же самое». Тогда муж спросил: «Дорогая, мы что-то вчера плохое сделали? Разве нет же? Что изменилось?» «А, вот посмотри, на столе лежит алкоголь». «А, давай тогда уберем с алкоголем». Когда убрали и помолились, тогда на душе было спокойно. И они не стали пить. На следующий день они снова положили стакан с алкоголем и хотели помолиться. Но снова на сердце они чувствуют неудобство. И тогда они пошли в город, чтобы продать уголь. А потом, да, сказали: «Здесь же есть большая церковь, давайте пойдем и встретимся с пастором, пообщаемся вместе с ним». И они представились, сказали, что они вот живут в горах, и они получили спасение. И говорили о разных вещах, и потом спросили: «Пастор, подскажите, пожалуйста, человек, который верит в Иисуса, он не должен пить алкоголь?» Тогда этот пастор, знаете, он подумал: вот эти люди живут в горах, и зимой холодно. Если им просто сказать, что нельзя пить алкоголь, тогда они могут попасть под искушение, поэтому сказал: «Ничего, можете пить». Тогда этот мужчина спросил: «Правда? Ага, вот как». Потом спросил: «Пастор, а скажите, пожалуйста, а какой алкоголь вы пьете?» Тогда пастор сказал в ответ: «Вы, пожалуйста, простите, но я не пью алкоголь». Вот оно как.
«Что случилось?» – спрашивает пастор. «Знаете, вот этот мужчина, который остановился у нас, он нам передавал слово, и мы приняли Иисуса Христа. Но с того дня в моем сердце появился старший, который каждый раз, когда я хочу выпить, дает мне сердце, которое чувствует неудобство, и поэтому я перестал пить». Да, вот как. Поэтому, знаете, я перестал пить. А я подумал, может, ваш глава, который в вашем сердце позволяет пить. И поэтому я хотел уточнить, а вы говорите, что вы тоже не пьете. То же самое происходит и у меня. Знаете, у меня тоже, мой босс говорит, не пить. Они плохо знали Библию. Они не знали Библию, просто поверили в Иисуса Христа. Однако в их сердце вошел Иисус Христос и давал сердце, которое не хочет пить алкоголь. Он называл не Иисуса, а просто называл старшим. Знаете, мы поем гимны: «Иисус Христос вошел в мое сердце, и я изменился и стал новым человеком». Знаете, не потому, что я говорю себе, что я должен не пить, я перестать должен играть в азартные игры, перестать должен курить. Не из-за этого, а потому, что Иисус вошел в мое сердце. Знаете, и до 19 лет у меня то же самое. Было время, когда я был голодным, и поэтому я часто воровал. Мы воровали в чужих огородах грушу, дыню. Потом я мучился совестью, и поэтому ходил в церковь и просил Господа Бога, чтобы Бог простил мои грехи. И так я совершил множество грехов. Но однажды в моем сердце Бог показал, что до 19 лет я жил, но все, что я планировал в своей жизни, все закончилось провалом. Не было ничего, что закончилось бы успешно. И тогда я понял, что если я буду следовать за своими мыслями, то я погибну. Я понял, что мне нельзя следовать за своими мыслями, мне нельзя верить в свои мысли. И когда я начал жить подобными мыслями, затем я поверил в Иисуса Христа и получил прощение грехов. Знаете, вроде бы читаю Библию, читал ту же Библию. Однако, до спасения я грешил, поэтому я оставался грешником. Я считал, что я грешник. Но интересно, когда я получил прощение грехов и начал читать Библию, Библия же говорит, что я не грешник. Бог говорит: «И грехов их, и беззаконие их не воспомяну более», так говорит Господь. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание дара по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Бог говорит, что мои грехи прощены. Казалось бы, как это? Я ведь согрешил, я ведь воровал, я ведь обманывал, я ведь не соблюдаю субботу, я же грешник. Но я согрешил, поэтому я считаю себя грешником. И я говорю перед Господом Богом: «Господь Бог, я грешник». И я считаю, что это нормально. Да, Господь Бог, пожалуйста, прости грешника, прости меня. И с таким сердцем я продолжил жить. Однако, когда я читал Библию, Библия говорит, что мои грехи прощены. Иисус Христос был отдан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Библия во многих местах говорит нам о том, что мои грехи уже прощены. Я считаю, что я грешник. Я считаю себя грешником. Однако Библия говорит, что мои грехи уже прощены. Тогда, если я верю в Господа Бога, я должен верить в Слово Господа Бога, а не в свои мысли.
Знаете, в Библии во многих местах написано, что мы грешники. Да, это тоже правда. Однако, я согрешил, поэтому я грешник. Но благодаря тому, что Иисус Христос умер на кресте за меня, поэтому я стал праведником. Я оправдан. Я не грешник. Более, я не грешник. Потому что Иисус Христос сказал, что Он оправдал меня. Если Иисус говорит, что мои грехи прощены, значит, мои грехи прощены. К Евреям 10 главе написано, «Да ибо тех, которых я искупил, они оправданы. Он одним приношением навсегда сделал совершенными». Другими словами, через то, что Иисус Христос умер на кресте, Он сделал нас совершенными и чистыми. Так говорит нам Библия. Знаете, как бы я ни грешил, да, я грешник. Однако, если Господь Бог говорит, что я стал праведным, чистым, тогда я, будучи человеком, который верит в Господа Бога, я не должен говорить Господу Богу, «Нет, Господь Бог, я все равно грешник». Это неправильно. После этого, каждый раз, когда я читал Библию, Библия показывала, что совсем не так, как я представлял себе. Авраам и Лот, да, это дядя и племянник. Дядя и племянник. Авраам тоже по руководству Господа Бога, он ушел из дома отца в Ханаанскую землю, и Лот последовал за Авраамом. Поверхностно, когда мы смотрим, они живут в одном доме, живут вместе, пришли в Ханаанскую землю, и, казалось бы, все делают вместе. Однако, Авраам, у него есть вера в Господа Бога, а у Лота нет веры в Господа Бога. И поэтому они не могут соединиться в единое сердце. Когда люди женятся, когда человек, который получил прощение грехов, и человек, который не верит в Господа Бога, да, их мысли отличаются полностью. И поэтому в будущем их ждут только ссоры. Порой, конечно, невестка очень красивая, и поэтому муж говорит о том, что да, ничего страшного, то, что ты веришь в Иисуса Христа. Но когда они поженятся, живут вместе, начинает появляться конфликт. Знаете, в моем сердце, когда входит сердце Иисуса Христа, когда Дух Иисуса Христа входит, когда руководство Иисуса Христа начинает вести меня, и наоборот, когда дьявол входит в мое сердце и начинает давать мысли, они будут отличаться. И поэтому человек, который родился свыше, и человек, который не родился свыше, они не могут быть единым сердцем. Знаете, даже если поверхностно они дружат, понимают друг друга, однако человек, который родился свыше, в их сердце есть Иисус Христос, который ведет их. А люди, которые не родились свыше, их ведет дьявол. Поэтому внешне, может быть, они вместе читают Библию, жертвуют, молятся, однако они будут отличаться друг от друга. Знаете, я до 19 лет считал себя грешником, хотя говорил, что верю в Иисуса Христа. Я считал себя грешником, потому что я каждый день обманывал, совершал грех. И поэтому я считал, что я попаду в ад. Я просил Господа Бога, чтобы Бог простил мой грех. Но, когда я читал Библию, я точно грешник, потому что я согрешил. Я достоин называть себя грешником. Я должен исповедоваться каждый раз. Однако, Библия же говорит нам совсем по-другому. Да, то, что я согрешил, это правда. У меня много греха. Я сделал много злого. Я много воровал. Однако, когда Иисус Христос умер на кресте, мои грехи прощены. Навсегда. Навсегда мои грехи прощены. А также, Бог говорит, что Он оправдывает нас. Христос был отдан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Иисус говорит, «Я воскрес ради вас! Посмотрите на мои руки, посмотрите на мои ребра, посмотрите на мой лоб, где остались следы от тернового венца!» Иисус говорит о том, что «Я вас оправдал, вы чистые!» Мы? Кто мы такие, чтобы
отвергать слово Господа Бога. Если Бог говорит, что мы оправданы, да, я много согрешил, но я оправдан. Если Господь Бог говорит, что я праведник, да, хотя мне кажется, я грязный, но я свят. Если Иисус говорит, что Он оправдал меня, значит, я оправдан. Вот именно так я поверил. И с того дня, до сих пор, я считал себя грешником, я считал себя немощным, но это были мои мысли. То, что Бог говорит, Его приговор, говорит мне, что я оправдан. Знаете, я часто говорю о слове, которое написано к Римлянам 3 главе 23 стихе. Там написано, потому что все согрешили и лишены славы Божией. 24 стих. «Получая оправдание дара по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Другими словами, мы ничего не сделав, получили искупление. Аминь. Господь Бог говорит, что не потому, что мы не согрешили. Нет, мы согрешили. Однако, поскольку Иисус Христос искупил нас, поэтому у меня нет греха. Он оправдал меня, а я получил оправдание. Поэтому Господь Бог, если говорит, что Он оправдал меня, значит, я должен говорить, что я оправдан. Разве можно говорить, что я грешник? Вот так я поверил. До того момента, когда я грешил, я говорил, что я грешник. Однако, если Господь Бог сказал, что Он оправдал меня, хотя мне кажется, что я грешник, но если Бог говорит, что у меня нет греха, значит, я должен говорить слово Господа Бога. И когда я поверю в слово Господа Бога, тогда я должен говорить, что я оправдан. Вот что я понял. И я сказал моей старшей сестре: «Сестра, я праведник». Тогда сестра сказала: «Уксу, ты что?» Что сказала моя сестра? «Знаешь, когда зерно созревает, наклоняется. Даже пастор церкви говорит, что он грешник. Пресвитер говорит, что он грешник. Как ты можешь говорить, что ты праведник?» Это гордость. «Уксу, нужно быть скромным. Мне кажется, ты неправильно ведешь твою духовную жизнь». Знаете, моя старшая сестра так за меня переживала. Но я сказал: «Но сестра, если Бог говорит, что Он оправдал меня, значит, я оправдан. Разве не так?» Но сестра сказала: «Нет, все равно, Уксу. Ты думаешь, что пастор хуже тебя? Даже пастор говорит, что у него есть грех. Пресвитер говорит, что у него есть грех. Ну как ты можешь говорить, что у тебя нет греха? Пожалуйста, прошу тебя, не говори так. Мне стыдно». Спустя полгода моя сестра тоже получила прощение грехов. Конечно, сейчас ее нет в живых. Я верю в Господа Бога. Если Бог говорит, что Он оправдал меня, а я говорю, что я грешник, получается, что Господь Бог обманщик, что ли, для нас? Знаете, я многое не знаю. Я много согрешил, я сделал много зла. Я тот человек, который действительно не достоин поднять голову. Я точно увидел в Библии, что во многих местах в Писании Бог говорит, что Он оправдал меня, что Он не осуждает меня более. Тогда мы оправданы, разве не так? В моих мыслях, мне кажется, я грешник. Однако я поверил в слово Господа Бога. Авраам, он пришел вместе с Лотом в Ханаанскую землю. И он пришел в землю, которую обещал Господь Бог им. Но пастыри Авраама и пастыри Лотовы начали ругаться друг с другом. На самом деле, это очень простые вещи. Лот вечером позвал своих слуг и говорят: «Вы почему ругались, да, со слугами дяди? Ну, просто они всегда занимают хорошие места, а нам дают только плохое, поэтому мы ругались». «Вы что? Опомнитесь! Это вся земля дяди. Поэтому
Мы сейчас получаем милость от дяди. Если вы так будете относиться к ним, как я буду себя чувствовать? Даже если плохо наш скот будет питаться, даже если не поправится, ничего страшного. Ведь благодаря дяде мы ведь столько получили. Вы не должны выражать недовольство по отношению к дяде. Вы вообще да не в себе. Нельзя так делать. Вы поняли меня? Ну, все равно, ведь так несправедливо, нам дают только плохой колодец. Я же вам сказал, что не важно. Я же вам говорю сейчас, что мы должны получать благословение рядом с дядей. Даже если наш скот будет питаться, это не значит, что они будут благословенными. Еще раз, не дай Бог, да, услышу, что вы поругались со слугами дяди, я вас всех накажу. Поняли меня? Вот представьте, что было бы, если Лот бы так поступил, тогда бы слуги никогда бы не ругались со слугами Авраамова. Однако, благодаря Аврааму Лот получил благословение. Но Лот говорит, вы что, глупые? Вот, пастыри Авраама занимают такие хорошие места, а вы, почему вы всегда в плохое место занимаете? Вы что, не соображаете, что ли? Лот, даже если будет находиться рядом с Авраамом, будет получать благословение. Но, вот это желание быть лучше, чем Авраам. Знаете, Авраам увидел, что с Лотом невозможно больше жить вместе. И поэтому Авраам говорит, Лот, уходи. Если ты направо, я пойду налево. Если ты пойдешь налево, я пойду направо. Хорошо, дядя, я подумаю. Лот приходит к супруге и говорит, дорогая, вот дядя говорит, чтобы мы отделились. Как ты думаешь? Ой, дорогой, отлично, хорошо. Ведь здесь тесно. Да, давай пойдем вот в сторону Содома и Гоморры, где есть много воды, где есть хорошая трава. Но может, надо уступить это место для дяди? Ты что говоришь? У дяди же ведь столько много скотов, так что нормально. Ничего, давай мы пойдем туда. Но все равно как-то я же благодаря дяде получил много милости. Нет. Ничего страшного. Лот выбрал город Содом и Гоморру. Авраам же пошел туда, где мало воды, мало травы, где очень тяжело пасти овец. Но интересно, так они расстались. Почему расстались? Потому что их сердца отличались друг от друга. Знаете, вроде бы ходят вместе с церковью, но есть люди, у которых в сердце есть Иисус Христос, и есть люди, у которых нет Иисуса Христа в сердце. Лот, он пошел в Содом и Гоморру, которая казалась такая хорошая, такая прекрасная. Однако, там есть множество грехов, которые, и поэтому получают проклятие от Господа Бога. Когда они пошли, пришло объединенное войско и взяли в плен Лота. И они потеряли все, что принесли с собой в Содом и Гоморру. Когда Авраам об этом услышал, он повел свое войско и освободил Лота. Но все равно следует за плотью. Однажды Господь Бог хотел судить Содом и Гоморру огнем, но Лот находился в Содоме и Гоморре. И поэтому Авраам молился за Лота. Ангел вошел в город и сказал Лоту о том, чтобы ты возьми свою семью, родственников и выводи их, пока Господь Бог не осудил этот город. Лот должен был уйти. Однако он пошел к зятям, которые должны были жениться с дочерями его. И говорят, дорогие, пойдемте. Что случилось? Тесть, Господь Бог будет судить этот мир. Нам надо быстро покидать этот город. Давай покинем, пойдемте. Но зяти подумали, что он шутит. Ха-ха-ха. Ой, вы так хорошо шутите.
Почему Господь Бог будет судить этот город? Нет, не переживайте. О чем вы говорите? Послушайте меня, поверьте, нам нужно немедленно уходить. Затем говорят, ой, здесь вы что, выпили? Они не понимают то, что говорит им Лот. Да, даже те зяти, которые должны были жениться с его дочерями, которые должны жить вместе, не понимают его. Уже скоро будет суд, поэтому им нужно оставить все. Как бы он ни пытался их переубедить, они не слушали, поэтому он был вынужден оставить их. Бог сказал, чтобы не оглядывались назад. Когда Господь Бог начал судить, «Ой, наше богатство все горит!» И супруга Лотова обернулась и стала соляной столбом. Смотрите, люди этого мира, они думают, что «Ой, хорошо, если много денег!» И, «Ой, хорошо, если я зарабатываю много денег, живу в хорошем доме!» Да, кажется, что это хорошо. Так думают люди этого мира. Да, все так думают. Однако, они не знают Господа Бога. Лот был вместе с Авраамом. И тогда, если бы находился бы с Авраамом, он бы не потерял бы свое имение. Тогда бы он бы не находился в Содоме и Гоморре, которая была уничтожена. И они, их дети могли бы хорошо жениться и жить. Однако, в конце концов, дочери Лотовой сделали, что напоили Лота и совершили то, что недопустимое. Однако, они не понимают, что так нельзя. Когда мы видим духовную жизнь, мы читаем Библию. Однако, что еще важнее, Бог сказал, «Вложу законы в моих сердцах, их мыслях их напишу». Даже если одинаковые мысли вроде бы, но есть мысли, которые сатана кладет мне, а также есть мысли, которые дает нам Дух Святой, они полностью отличаются друг от друга. Они отличаются полностью друг от друга. Те мысли, которые дает сатана, ведут нас к гибели. Поэтому, даже если они кажутся нас привлекательными, они уничтожат наше сердце, направленное на Господа Богу. Мы должны оставить наше сердце. Мы должны принимать Слово Господа Бога таким, какое оно есть, и мы должны веровать в это слово. Другими словами, когда мне кажется, что я прав, мне кажется, что я правдан. И, знаете, с 62 года я говорил об этом. Я праведник не потому, что я не согрешил. Я говорю, что я праведник. В то время я был очень бедным, мне было очень тяжело, поэтому, когда мы собирались с друзьями, знаете, мы воровали зерно, пшеницу, воровали горох, и мы выросли в деревне, и поэтому мы хотели воровать яблоко. Мы сделали множество плохого. И когда я смотрю на себя, я не могу сказать, что я праведник. Я должен говорить, что я грешник. Для меня кажется, что это нормально. Однако, что говорит Библия нам? Бог говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Благодаря тому, что Иисус Христос взял на Себя весь наш грех, мы по благодати Божией, то есть мы ничего не сделали, но даром, Господь Бог говорит нам, что мы оправданы. Когда я смотрю на себя, до сих пор, да, я сделал много злого. Да, я ясно помню мой грех. Однако, хотя я грешник, я говорю, что я грешник. Но когда Бог говорит, что у меня нет греха, тогда кто прав, я или прав Господь Бог? Его слово правильно. Да, есть ли смысл об этом обсуждать? Ведь слово Господа Бога 100% правильное. Если Бог говорит, что я оправдан, значит, я оправдан. Если Бог говорит, что мы оправданы, значит, мы оправданы. Знаете, когда я передаю Евангелие,
встречаются такие ситуации, когда мне очень жалко некоторых людей в городе Дэджон. У нас был один брат. Его мама была уже в возрасте. Однажды этот брат сказал маме: «Мама, знаете, его мама в молодости была очень умной женщиной. Она была сотрудницей государственного учреждения. Она была очень умной, но она называла нас еретиками. И поэтому наш брат сказал: «Мама, сейчас дома скучно, давай поедем в горы». Мама сказала: «Ой, хорошо, сынок, давай поехали». И он повел ее на гору Тэдок, где у нас проходила конференция. Он приехал вместе с мамой. И когда они вышли из машины, мама увидела, что много людей собралось, и она поняла, что привели ее на семинар, и она начала ругаться. «Ты что, привел меня, где семинар проводится?» И она начала ругаться. Тогда ее сын сказал: «Мама, раз мы уже здесь, давай ты встретишься с пастором Усупака». Тогда она сказала: «Хорошо, нет причины, чтобы и нам не видеться». Эта женщина и я, мы вдвоем сели друг против друга и начали общаться. Знаете, я спросил: «Вы верите в Иисуса Христа, но считаете себя грешницей, правильно?» Она говорит: «Конечно, только такие еретики, как ты, говорят, что нет греха». Знаете, люди, которые не знают Библию, они говорят, что если человек говорит, что у него нет греха, он еретик. Я улыбнулся и сказал: «Давайте посмотрим Библию. Исаия, 53 глава, 6 стих». Я открыл ей. Там написано: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на него грехи всех нас». И я сказал, что здесь под словом «он» на него имеется в виду на Иисуса Христа. Потому что в Библии написано: «Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранам его мы исцелились». Затем идет стих: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». На всех нас Господь Бог возложил свой, наш грех. Я сказал: «Прочитайте это слово». Она прочитала: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Я спросил: «Вы все равно грешница?» Она говорит: «Конечно, я же сказала, что я грешница». Я сказал: «Прочитайте еще раз». Она прочитала еще раз. Я у нее спрашиваю: «Вы все равно грешница?» Она говорит: «Конечно, я грешница». Тогда я сказал: «Почему вы не верите в Библию?» Она сказала: «Почему это я не верю?» Она: «Вы не верите, я же верю в Библию». Я спросил: «А в какое слово вы верите?» Она говорит: «В все 66 книг Библии я верю». Тогда я говорю: «Смотрите, 53 главу, 6 стих книги Исаия. Посмотрите внимательно, что там написано». «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Здесь же написано, что Господь возложил на Иисуса грехи всех нас. Разве не так? «И все равно вы грешница?» Я спрашиваю у нее. Знаете, она не могла сразу ответить. «Пожалуйста, откройте Библию», я сказал. «Наш Иисус Христос, Он умер на кресте за наш грех. Но если мы говорим, что мы грешники, тогда получается, Иисус провалил свое дело, провалил ли свою миссию? Наш Иисус Христос ни в коем случае не провалил свое дело. Он 100% чистейшим образом очистил наш грех и очистил навсегда». Знаете, она так сильно удивилась, и она несколько раз перечитывала это слово. Раз 100, раз 1000, вы посмотрите. Здесь написано, что Господь возложил на него грехи всех нас.
На кого? На Иисуса. Поскольку Он возложил. Поэтому, кто теперь берет ответственность за наш грех? Иисус. Потому что Он взял на Себя наш грех. Он взял на Себя грех всех нас. Знаете, когда я читаю это слово, я говорю, да, Иисус, действительно так. Раньше я только устами говорил, что я получил прощение грехов. Пел гимн о том, что Его кровью я получил искупление. Но это не доходило до моего сердца. Однако Библия сейчас и очень ясно показывает нам. Да, Авраам и Лот, они вместе вышли из дома отца и пришли в Ханаанскую землю. Однако сердца Авраама и Лота, они отличались. Лот был заинтересован в мирском богатстве, в достатке. Авраам же, он начал смотреть на Господа Бога. Вроде бы, они живут вместе, в одном доме. Однако, мысли Авраамова и мысли Лотова полностью отличались. Авраам однажды, да, он хотел жить с Лотом вместе. Однако их сердца так сильно расходились, поэтому они не могли больше жить вместе. Если ты направо, я налево. Если ты налево, я пойду направо. Давай мы разделимся. И Лот идет в то место, знаете, да, где богатство есть. Хорошая трава. Авраам же пошел в горы, где нет хорошей травы для скота. Но Авраам, который пошел в сторону гор, Бог начал благословлять. Лот же оказался в плену и потерял все свое богатство. Ой, надо было хорошо поступить. Ну, старается вроде бы, трудится. Однако, когда Содом и Гоморру разрушили, и зяти, которые были помолвлены с дочерями, не последовали за ним. Никого не смог спасти. Дочь, да, и жена идут вместе с ним. Однако, жена, думая о том богатстве, которое она накопила, и оглянулась назад и стала соляной столбом. И потом дочери, находясь с отцом, они думают, что надо родить ребенка, а от кого? И поэтому они напоили отца, и они погружаются в тьму, которую страшно представить. Авраам, он получает благословение от Господа Бога. И поэтому, если просто ничего не делать, находиться рядом с Авраамом, можно получить благословение. Лот хотел стать богатым, хотел зарабатывать много денег, хотел хорошо воспитать свою семью. Однако, он оказался в плену, чуть не умер. Авраам спас его. Авраам сражался за него, освободил из плена. И потом, когда был гибель Содома и Гоморры, тогда ангел пришел, и он должен был вывести хоть кого-нибудь. Однако, никто не последовал за ним. В конце концов, даже супруга оглянулась назад и стала за ним столбом. И в отчаянии, в грусти она находится. Знаете, в одинаковых условиях, в одинаковой жизни мы живем. Однако, тот человек, который живет сердцем Господа Бога, и тот, который живет сердцем своим, они будут отличаться друг от друга. Иуда Искариот хотел продать Иисуса, и он идет по пути, в котором получит проклятие. Когда вы будете следовать за мыслями, которые дает дьявол, вы погибнете. Если же вы будете принимать сердце Иисуса Христа, тогда вы станете маленькими Иисусами. И будете совершать те же чудеса, которые совершал Иисус Христос. Вы будете славить Иисуса Христа, Господа Бога нашего. Знаете, когда Лот смотрит, может быть, ему казалось, что он мудрый, что у него все хорошо получится. Однако, если мы посмотрим на результат, мы увидим, что они потерпели прах,
что они потеряли жену. Без ничего остались, в конце концов, и живут жалкой жизнью. Из-за того, что его сердце было увлечено богатством, многие люди уходят от Господа Бога, как Лот. Не все братья и сестры нашей церкви одинаковые. Есть те, которые еще не совсем понимают, что такое прощение грехов. Есть те, которые спустя 10 дней, как начали ходить в церковь, получать прощение грехов, кто-то через месяц. Но есть те, которые получают прощение грехов, принимают свои мысли. Сегодня многие люди хотят ходить в церковь, пожертвовать, исполнять субботу и говорить, что они верно служат Господу Богу и проповедуют. Но это не все. Важно, чтобы мое сердце и сердце Господа Бога, они отличаются. Поэтому Иисус сказал, если вы хотите последовать за мной, оставьте себя, оставьте ваши мысли. Знаете, до 19 лет, когда я смотрю на мою жизнь, она была очень грязной. Я, если бы не оставил свои мысли, я бы не смог бы последовать за Господом Богом. Я точно грешник. Однако, Библия, если говорит, что я праведник, значит, я праведник. С того момента я начал верить в Слово Господа Бога. Я не верил в свои мысли. И, к моему удивлению, Господь Бог, Он начал действовать в моей жизни и действовал во мне. И каждый раз, когда я видел Его деяния, я был благодарен Господу Богу. Наш Бог сегодня, знаете, кого Он ищет? Ищет людей, которые верят в Господа Бога, чтобы их благословить. Поэтому мы, даже если у нас много греха, если Бог говорит, что Он оправдал нас, значит, мы должны верить, что мы оправданы. Даже если идет дождь, если Бог говорит, что нет дождя, мы должны говорить, что нет дождя. В брачном пире в Гане Галилейском Иисус сказал, подшипните воду. Точно набрали воду, но Иисус говорит, что это вино. Если Иисус говорит, что это вино, мы должны верить, что это вино. И тот человек, который верит в Господа Бога, не следует за своими мыслями, а верует в Слово Господа Бога. Вот кто такие верующие в Иисуса Христа. Наши мысли отличаются от мыслей Господа Бога. И поэтому, даже если нам хочется иметь доброе сердце, у нас не получится, у нас не будет появляться вера. Но, неважно, какой я человек, если Бог говорит, что я свят, значит, я свят. Если Бог говорит, что Он оправдал меня, значит, я оправдан. Если Бог говорит, что не воспомяну грехов их, значит, Он не воспомянет. И таким образом, тот, кто верует, Бог хочет найти их и желает побольше таких людей. Когда вы принимаете Слово Господа Бога, Авраам тоже был человеком, поэтому он допускал ошибку. Однако, в конце концов, он стал человеком, отцом веры. Лот же последовал за своими мыслями. Он думал, что он сможет стать богатым человеком. Он думал, что у него будет все хорошо. Однако, он в конце концов все потерял и живет жалкой жизнью, которая ведет к краху, разрушению. Дорогие братья и сестры, супруга Лотова и Лот, они были обычные люди, хотели иметь богатство, хотели зарабатывать деньги, хотели, чтобы их скот стал большим, хотели жить хорошо. Авраам же, он смотрел на Господа Бога. И Господь Бог, когда Авраам потерял жену, Господь Бог возвратил Сару Аврааму. И когда у него сначала не было веры, да, ему было трудно поверить, что в 100 лет у него может родиться ребенок, но он поверил. И вместе с Господом Богом они могли жить. И он стал человеком Божьим. Знаете, я тоже, будучи пастором, когда я смотрю, есть такие люди, которые подобны Лоту. Есть такие люди, которые подобны Аврааму, которые всем сердцем принимают Господа Бога. И
есть такие люди, как Авраам. Как вы думаете, кого Бог ищет сегодня? Добрых, честных, которые трудятся? Нет. А тех, которые оставляют свои мысли. Они есть Божьи люди. Когда Господь Бог послал его в Ханаанскую землю, Авраам, он пошел, и он стал человеком, который радует Господа Бога. Дорогие братья и сестры, это касается и нас. Мы, да, каждый день у нас появляется множество мыслей. Дьявол дает разные мысли, поэтому я не верю в свои мысли. И каждое слово Библии, когда мы веруем, когда вы будете читать и веровать, тогда слово, которое из Библии, когда вы соединитесь с этим словом, тогда вы будете едины сердцем с Господом Богом. Даже если вам кажется, что вы правы, оставьте вашу правоту перед Господом Богом. В Библии написано, что мои мысли и мысли Господа Бога, они не одинаковые. Однако сегодня многие люди... Иисус Христос хотя пришел, чтобы очистить наш грех, и говорит, что Он очистил наш грех, но люди продолжают говорить, что они грешники. Они считают себя праведнее, чем Иисус Христос. Если мы говорим, что мы грешники, тогда получается, что Иисус Христос, умирая на кресте, Он зря умер. Получается, что Иисус Христос не смог очистить наш грех? Не так. Он очистил весь наш грех. И я желаю, чтобы вы жили жизнью по вере.